Как настоящие купцы, ученики Корсаковской школы кричат зазывные речи и продают свой собственный товар – сладкие угощения. Организатор ярмарки «Сладкоежка» – Дом культуры села Корсаковка. Дети от каждого класса самостоятельно приготовили кондитерские изделия. А самым маленьким участникам, конечно же, помогали родители. Ярмарка такая у нас в первый раз. И думаю, что блин, конечно, не комом. Мы совместно со школой давно работаем, со школой, с детским садом. И вот решили такой сделать подарок для жителей села – ярмарку «Сладкоежку». Без малого 100 участников приготовили вкусную выпечку. Родственники пришли поддержать своих детей и внуков и купить сладости. Для удобства покупателей воспользовались современными способами платежей, принимали карты и переводы. Организаторы отметили, что школьники с особым энтузиазмом взялись за идею. Оформили торговые площадки, оделись в костюмы, разучили песни. Мы готовили блины, шарлотку. Учили песню. А что у вас за песня была, про что? Про блины. Жюри оценило лакомство и оформление торговых столов. Победила дружба. Дипломы вручили всем участникам. Все вместе радостно выбежали за наградой ученики из 1 Б. Вырученные от продажи деньги пойдут в фонд каждого класса. А на что потратить средства, участники решат позже. Владислав Конарев, Антон Войцеховский, Телемикс.